Молодые люди, с каким настроением идешь? С отличным. Я не буду с пивом. Кого слушать? Мы будем слушать сегодня Boombox, Detach и... Что там еще? Die Hard Kiss. Любимая песня, которую сегодня вот хотите обязательно услышать? Обязательно услышать? Это песня, которую мы всегда в университете, когда учились, исполняли пьяные под гитару. Белые обои, черная посуда или наоборот. Я помню белые обои, черную посуду. У нас в хрущевке двое. Откуда? Откуда задвигаем шторы? Кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвинут. Вот, может быть, любимая песня у вас есть? Любимая песня? Да вы знаете, мы такие, это, просто движение любим, поэтому такой прям любимой какой-то нету. Есть какая-то песенка, которую вы хотите послушать? Может, что-нибудь, пару строчек? Да, те, что мы любим, тут навряд ли будут. Ну, если бы Лобода была, мы бы с удовольствием и подпели, и потанцевали. Мы не приехала, да. Мы будем слушать. Луна, Boombox, что-то еще было, Detach. Еще раз, вы с нами? Шопы наши с нами? Начинаем! Есть какая-то любимая песня вот у вас? Сейчас будешь петь. Не, петь не буду. Ну какая любимая песня? Ой, ну так сразу, как всегда, спрашивают, какая любимая, так Лунная и не скажешь. Лунная соната Бетховена. Отлично, ждем хорошего концерта. Кого идете слушать? Я люблю АТЛ, но он будет на третий день всего лишь. Так что будем ожидать его. А какая песня любимая? Айс Марабу. А можете ее напеть, может, там одной строчкой? Ой, я плохо пою, так что я думаю, будет все равно плохо. Но там мне как бы стыдно будет. Аист Марабу, вытис на тропу, мимо поля конопли. Как... Все, отлично, хорошего вечера. Отличное настроение. Первый раз? Говорила про пятницу. Да. Кто вам порекомендовал? Не, ну я слежу за культурной жизнью Мариуполя, просто прошлые года не получалось. Кого слушать сегодня вот хотите? Ой, аквариум, конечно, хочу. Это завтра, да? Это завтра, да. А можете какую-нибудь песенку их напеть, хоть чуть-чуть? Нет, я не обладаю вокальными способностями, поэтому извините. Собственно говоря... Пока еще люди не совсем в настроении, еще не выпили, не закусили. Поэтому мы продолжим вам рассказывать о фестивале чуть позднее, да? Сначала уже третий год приезжаем. Ради кого вы сегодня пришли? Ради фестиваля. Этот год уже просто ради фестиваля мы приехали. Из маленького города Дубна. Первый раз мы приехали к вам в гости. Ехали вместе всю ночь и все время думали, знает ли кто-нибудь вообще нашу песню, вообще кто-нибудь слышал кто-нибудь про нас здесь. Сейчас мы проверим, так ли это. Следующая песня довольно старая, возможно, кто-то нас знает. Мы из Черкас. И откуда вы узнали о нашем? Первый раз узнали абсолютно случайно, по новостям. Тогда должны были приезжать Жидан и Собаки и Иван Дорн. И типа я прочитала, что скандал, типа, что Жидан и Собаки не хотят выступать вместе с Дорном. Вот. И я такая, ну, а что за фестиваль, там надо посмотреть. Смотрю, блин, классно. А стоило тогда еще там 250 гривен 3 дня. Я такая, боже, это цеш шара. То мы приехали первый год, второй год уже приехали, потому что нам понравилось. И третий год уже приехали, потому что это традиция. У Boombox'а хотела бы Зодню почуть. И Люды. А может быть что-то напоет? Мы хриплые очень. Да, мы только приехали с работы. Нервы. И пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек
Правда, слишком манера. Забывают друг друга пора нам. Пропадают в миллионах. Ну чё-чё. Да. Плакали, плакали батареи и трубы. Я целую, целую твои нежные губы. Это нервы, мало ли, мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Плакали, плакали батареи и трубы. Я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Только разговариваем. Что они? Так спойте нам что-нибудь. Что-нибудь. Я вот так кошка рыгает. Ну делай.